Всем привет, с вами Раса, вы на моем канале. Сегодня с вами мы начинаем вторую серию второго сезона сериала «Выживание в деревне». Мы начинаем, погнали. В предыдущей серии мы с вами ходили в шахту. Теперь мы с вами добыли алмазы. Железо и золото. И лазурь. И редстоун. Чё в прошлой серии мы это... Это сами ещё сделали. Очень красиво хочется. Переделали, мы чё сами-то были. Давайте в этой серии с вами мы... Кое-что с вами сделаем. Возьмем железо и пойдем. Да будем идти в мойку, короче. Давайте попробуем, короче, снова. Знаем, чем сделать. Сейчас. Вот. Все сделали, хватит. Железо положено на место. Железо у нас не резиновое. Железо у нас... Нет. У нас тут 48 золотых. Нам сундук куда-то положить. Сегодня эта серия, давайте мы играть пойдем на охоту. О, барашек, иди-ка сюда. Мы будем охотиться с вами. Нам еда нужна, прежде чем с вами-то будем мяться. Здесь мясо нужно мне. Yes. О, барашек, сюда иди. Вот с вами что сделали тут уже. Сюда иди, барашек. Нужно нам еще. И очень мало животных ходит, короче. Я что-то тут справил. В этом мире совсем не было у меня мало еды, короче, в огороде. Вот так я все исправил. О, барашек. Сюда иди, спинка. Дай мясо. Дай мясо, по-братски. Сюда, сюда. Мясо. О! Здорово! Где же барашек? Тут барашек. О! Сейчас, ну, сюда барашек. Александр Невский. Да, Невского потом убьем, о! Коровка, сюда иди. Дай молока. Ой, молока нужно. О, Александр Невский, что вы тут делаете? Тут полно животных, сейчас с вами А, кстати, с понедельников... Подпишитесь на канал, моя цель 900. Вот
750 подписчиков. Пещера. Где же у нас тут еще? Сюда иди. Белый барашки. Там суп на балконе, ладно, живой. Yes. Хорошо. Нифига себе, алмазы меньше сперва даже тянет. Подожди. Так вот. И мясо нужно. Мясо. Ладно, барашка. Когда мы с вами сейчас. О, спинка сюда идти. Кролик! Мне нужен кролик сейчас. Чё с него убивает, сейчас проверю. Не мясо. А что в Майнкрафте конину не добавили? Прикольно было бы конину в Майнкрафте. Я буду путешествовать. Уголь. Я очень слушаю. Домой. Все. Вот еще и домой кот пойдем. О, Александр Невский, иди-ка сюда. Все домой, короче. Знаю, как будет. Да. Ничего не их не убивается. Ни мяса, ничего нет. О, пещера. Давайте, кажется, завтра мы туда отправимся, короче. Ладно, поспим и завтра мы туда, короче, отправимся. Может, мне уголь тоже нужен. Ладно, вот и с ними с вами еще сходим. У нас времени много, а что надо еще сходим. Теперь будет длинный, короче. Теперь, короче, будет длинный. Нам еще факела сделать надо. Я лучше факела еще. Там так и быть. Что поле мини она замочена.
Я больше не хочу смотреть на остаток. Все дома, короче. Что за симулятор сундука? А? Все, мы, короче, продолжаем. Я про... Сейчас. Сбоку походить нужно. Пойдем судок с едой. Есть спать, короче, потом с вами отправимся в пещеру. Блин, свалку покормить. Давайте покормим. Перед выходом, короче. Включение будет хорош. Ладно, соедините там, вечеряйте. Так, 28. Съем нет. Так, этого хватит. Два стака хватит. Ладно, три стака хватило. А еще 8-ку. Все. Отрав, пошлите на ту самую. Да, ладно. Пошли. 400, все. Еды нужно, ладно, жить. Я тут еще раз с вами туда отправимся в этой серии. Серия будет длинная. Но эта серия должна быть выйти в 10, как обычно. Но я решил раньше записать. 7 где-то... 7.40, короче, записать, всё. Пещера вроде видел. Там пещеры я видел. Пещера. Пещера тут нет сейчас. Дальше. Даже все мало и скончал ради. Где пещера? Пещера, пещера. Чате пещеру. Спит пещеру искать. Где она? Тут ее искать.
Где пещера? Ну я ее видел, ее нету. Куда она исчезла? Здорово, тут уж всем собачья. Нашел! Все, пошлите копать, короче. Там уголь я видел, все. Спускаемся и начинаем копать, короче. Давайте хоть-то копать начнем. Вау! Будем копать вот что. Золото. Я вам тут чистое железо и вот так вот. Что здесь-то будем? Мы тут все скопаем. Что тут есть, мы все скопаем, короче. Светить нужно. Почему не было видео воскресенье? Да ушёл. Просто мне было лень снимать видео. Почистить полностью. Не зачистить ее полностью. Да, ниточки обчистим. Есть железо уже, но у меня алмаз броню уже забирать. От 3 штуки алмазов. Ват, в смысле ват?
Ну, я очень люблю записывать длинные серии. У меня эта серия, не знаю, длинная будет, типа, как прошлое. О, еще. Там еще есть сейчас. Ем тут мастик. Кстати. О, зато мне тут есть черезка. Огонь не нужно дать. Я в этой серии должен сходить в лес с дрова за деревом. Но они не пошли, ладно, в лес пойти в следующий раз. Третий. О! Что-то глупо. Еще не был. Кстати, я уже на мирном играю. Там никаких монстров не было, вот. Я здесь на мирном играю. В этой пещере так спокойно, конечно, спокойно в этой пещере. Бэтмен! Я тут чё мышь? О, тут есть много железа, тут можно быть железо сколько захочешь, угля сколько ты захочешь. Можно поход в пещеру на две серии сразу. Чё? Слетелся тут.
давайте здесь-то будем. Так вот, стак хватит или два стака, какая разница. То железо очень годные вещи в Майнкрафте. То в Майне такие годные вещи. То две годные вещи попадают, можно скрафтить. Ядро, доспехи, инструменты. Зажигалку. Ядро. Нет. И... Если взять это 4 блока железных блоков и этот... Ой, поняли. Получится железно-носатый. О! Что меня встречает? Лавка, чему не пойдем? Не копать под собой. Это правило Майнкрафта. Не копать под собой. То с партии окажешься. Окажешься, где по... То с мира упадет. Под собой. Вау, вот это я тогда был, вот ты добытчик. Чем глубже отправимся, тем будет лучше. Тщательнее искать. Ой, еще одни. Супер. Алмаз найти. Уже на алмаз выпить, короче. Тут мы глубоко оказались. Глубоко оказались.
Неинтересно. О, золото. Вот видишь, золото. Здесь клёвая пещера. Здесь тут были алмазы, было вообще очень круто. Здесь тут были алмазы, вообще клёво было. Я бы сюда каждую серию ходил. Что забыли тут хватит. Тут топ-топ. Ай! Как значит Майнкрафт с модами? Я в Майнкрафт майн еще с модами не играл. С модами все есть. Миральдовая броня. Брод. Миральдовая броня есть еще. Хват бы мне, чтобы миральдовую броню и инструменты отправили в Майнкрафт. Клево было. Майнкрафт.
Хьюстон, у меня... Блин, всё. Школа алмаз кирка сломается. Ладно, мне ещё с алмазом могу ещё туда... Там ещё могу с алмазом ходить. Вот, вон сколько-то были. Всё. Домой отправляем сейчас. Чистимся. Пора намочить. Всё. Домой. Всё, домой. Мы дома. Дурацком делает. Так, нам... Один. Так. Было.
Если вам понравилась эта серия, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии нашим игрокам. Кольчик, это была самая... Это была вторая серия второго сезона сериала «Выживание в деревне». В завтрашней серии мы с вами отправимся в лес за деревьям. С вами Мирас. Всем удачи и всем пока.